Ребят, всем привет! Живем мы в непростое время, поэтому я вот заказал такую вот посылочку. И это, ребята, охранная сигнализация. Да, очень много датчиков открытия, закрытия дверей, окон. Двухсторонний, давайте смотреть, двухсторонний скотч в отдельном кулечке. О, а это презент от продавца. Посмотрите, китайская какая-то такая вот штучка. Мелочь, как говорится, но реально приятно. Просто вот спасибо от продавца, респект. Мне такой вот пришел за покупку. Так, кабель USB, микро-USB. Так, давайте начнем с того, что это у нас охранная сигнализация. Почему столько датчиков? Почему? Я заказал максимальный комплект. У меня, по-моему, там что 15 окон. Мне на них надо поставить на каждый датчик открытия и, соответственно, соответствующий гиркон, который рядом будет. Соответственно, у меня еще 5 зон или 6 с датчиками движения я хочу поставить. Это охранная сигнализация. Я посмотрел вот здесь вот в онлайне, в офлайне посмотрел. Реально цены вообще космос. Вот эта штучка куплена меньше, чем за $100. Это и Wi-Fi, и GSM сигнализация. Плюс к этому же у меня еще пойдет Xiaomi-шная сигнализация, да. И, возможно, еще бродвинковская. То есть, чтобы, как сказать, вот так вот нивелировать, чтобы я 100% знал, если в доме, не дай бог, появится какой-то урод. А там уже что с ним делать, уже, ну, исходя из ситуации. Давайте разберем по пунктам, что же у нас пришло. Итак, про скотч я уже сказал. Про датчики гиркон я сказал. То есть, вы можете, в принципе, их дополнительно докупить. Это от компании Kerui. Или Керуй, как их правильно назвать. Это GSM Alarm System с версией 2015 года. Ну, на самом деле, очень много user guide. Всякие тут мануалы, мануалы и еще раз мануалы. Еще один момент. Эта штука у нас подсоединяется к системе умного дома Domotix. Это тоже большой плюс. Продавцу, пожалуйста, пишите, какой вам надо тип розетки какой. То есть, это я так... Даже не знаю, что это. Сейчас будем вместе тестировать. Ребят, видео будет 2 штуки, потому что сейчас это будет распаковка, общий внешний вид. Я откровенно не могу вам сказать про ее возможности, что она может. И я попользуюсь с ней хотя бы месяц. И я сделаю новое видео, которое расскажу про разные группы. Так, много транжу, понимаю. Все, это у нас крепеж для датчиков движения. И, соответственно, пошли у нас датчики движения. Тяжеленькие датчики движения. Есть с антенкой, есть без антенки. Вот, подзарядка под USB 5.0. Включение, ну, сейчас будем смотреть дальше. Так, адаптер питания. 2 брелка включения, выключения, снятия на охрану. Сирена. Сирену я, кстати, еще одну заказал уличную на 14 дБ. Чтобы если уже орала, то и орала. А, вот датчики, это все-таки датчики открытия, вот, а то были ответные части. Да, я ошибся, простите, вот. Сирена идет на двухстороннем скотче, сейчас тоже ее отдельно разберем. Это у нас всякие держатели. Слушайте, продавец точно играл в Тетрис, ребята, потому что так упаковать может только настоящий китаец. Я бы так не смог упаковать сейчас обратно, я бы насыпал и все. То есть это официальный сторож Керуй. Ну, и не просит оставить ему позитивный какой-то комментарий. Все, больше ничего нету. Я, чтобы не выражаться, всяких воров и прочих, буду называть отребьем, потому что, ну, по-другому назвать их не могу. Итак, у меня, в принципе, достаточно много металлопластиковых окон для всяких домушников. Это отличная тема, они их скрывают банально ломкой. Ой, ломкой, говорю, ломка у них, у некоторых других товарищей. Но они тоже этим промышляют, фомкой. И то есть, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Такое вот не очень веселое количество, но я добавлю до 14 и прочее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 у нас ответных датчиков. То есть, тут находится, скорее всего, магнит. Сейчас разберем, посмотрим. И наш оконный датчик. К минусам я бы хотел сейчас отнести отсутствие двухстороннего скотча, но он идет в комплекте. Просто его не клеят там, где не надо. О, смотрите, даже уже один заработал. Видите? Я только поднес, и вот, видите, сразу загорелся красненький. То есть все они готовы к работе. Принцип простой. То есть по своему протоколу датчики связываются с панелью, а уже на разрыв у нас идет, посмотрите, здесь просто магнит, который, видите, раз, и, соответственно, размыкает наш гиркон. Вот тут загорелся.
Вот, чпонц, 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 и уже сигнал идет на панель. То есть ничего сложного, ничего тут сверхординарного нет. Единственный плюс, что они все беспроводные, то есть вам не надо никакую проводку делать, ничего. То есть это я заказал для частного дома. Можно заказать себе для дома просто на все окна поставить, потому что отребье может спуститься, не знаю, там под видом утепления окон и прочее. Ну, то есть отребья хватает, не могу я называть их в прямом эфире, грубо говоря, плохими словами, но хватает этих ребят, поэтому я рекомендую на каждое пластиковое окно установить по одному датчику открытия, в каждую комнату установить датчик движения, потому что могут не только открыть, могут и разбить. Сразу давайте говорить о размерах, потому что многим это важно. 36,2 мм ширина, высота датчика 75,5 и ответная часть у нас 55 на 12. Да, конечно, у Xiaomi мы знаем, что размеры намного меньше, намного компактней, но, ребят, комплект с Xiaomi здесь бы стоил в 5 раз или в 6 раз дороже. А плюс еще вот этого Keroui в том, что мы можем подключить систему умного дома Domotix. Это будет дальше. То есть мы можем управлять вот нашими девайсами, которые с помощью вот этих датчиков. То есть включить свет, если открылось окно или получилось у нас движение в какой-то из комнат. Но это, я же говорю, это дальше. Разбираем. На самом деле очень легко просто снимается вот этот вкладыш. И видите, два отверстия под такие саморезы, которые мы можем закрепить его на окне и защелкнуть. То есть тут простой магнит, тут даже особо разбирать дальше и нечего. А вот сам датчик разобрать довольно несложно. То есть мы просто вниз сдвигаем и получаем доступ к небольшой батарейке. То есть для ее замены на нано у нас 23 ампера, 12 вольт, алкалайновская. Я сразу рекомендую на Али заказать, или там на Gearbest, где заказать комплект этих батареек, чтобы они у вас всегда были под рукой, потому что, соответственно, села батарейка, ну, как пели жуки, вот и села батарейка. То есть, соответственно, датчик выходит из строя, но посмотрим, насколько их хватит. По идее, 23 ампера, 12 вольт, этой батарейки им должно хватить минимум на год. Ну, а дальше снимаем защитную пластину, снимаем два LED-а, антенка Wi-Fi-овская или просто для передачи данных, не знаю, ну, и геркончик. Соответственно, получается, мы раз, ну, LED 1 тоже присутствует, но он никак не реагирует. И плата специально под Keroui. Датчик движения рассчитан на угол обзора 110 градусов, дальность до 12 метров. Идеально его разместить на высоте 2,2 метра. Ну и у нас он может питаться как от батареи, которые идут у нас в комплекте, вот такие вот. Тоже алкалайновские мини-пальчиковые батареи 3А. Но оптимально, конечно, поставить его на постоянное, то есть на 5 вольт. Ну и, соответственно, мы можем его включить. Вот раз движение. И он сразу заработал. Ну и, соответственно, либо выключить. Ну, вообще, честно, вот эта кнопка, не знаю, зачем она нужна. Может просто выключать, когда вы все там вставите где-то. Не знаю, вот откровенно. Не знаю, зачем нужна кнопка включения. Включение датчика движения. Оно либо движение либо есть, его либо нету. Все, третьего не дано. Ну, соответственно, я сразу же говорю, я рекомендую поставить его на 5,5, купить отдельно. Я ссылку дам в описании видео. Если не дам, напомните мне, пожалуйста. Отдельно на вот эти вот микро USB. И подавать туда уже непосредственно 5 вольт. А батарейки это чисто когда у вас, допустим, закончится тоже питание. Не дай бог придет злоумышленник, выключит рубильник. Но детектор движения останется рабочим. Для того, чтобы его разобрать, особых усилий не требуется. Просто откручиваем единственный винтик. И вот наша внутренняя. Соответственно, PIR-сенсинг, датчик движения. Вот у нас питание. И питание же происходит вот от у нас микро USB. Включение, кнопка выключения. Кстати, ее можно реально банально отпаять, закоротить. Ну, это если кто желает. Может просто так использовать. Карается, если, не дай бог, злоумыш подойдет, он все равно подойдет к датчику, он сработает. Все больше. А, еще какие-то, вы знаете, есть переключатели 1-2. Delay, LED, 5 минут, 5 секунд, LED, off, on. То есть, ага, вот тут delay. 5 минут, 5 секунд, это сработка и LED. Должен загораться или не должен загораться? Это внутренняя такая вот настройка нашего датчика. Неплохо, то есть мы можем просто отключить включение LED-а и можем 5 минут, 5 секунд. Не знаю, что это такое 5 минут, 5 секунд. Опрос может быть, но установлен по умолчанию на 5 секунд.
Собираем все обратно. В принципе, все остальные датчики у нас точно... не собираем, нифига. Давайте я вам покажу, как же его закрепить. Китаец тут все продумал до нас. Ну, правда, все... Не все закинул в отдельный кулечек. То есть на задней части у нас присутствует вот такой вот держатель пластиковый. То есть мы его туда чпонс одеваем. Ну, допустим. Потом шаровое соединение вот такое вот. И довольно, знаете, ну так, с усилием нажимается. И на него. Неужели вот так? Да. Мы либо его крепим просто к стене на саморезы, либо на скотч двухсторонний. Все, третьего не дано. Еще какие-то маленькие присутствуют, может, на маленький скотч. Не знаю, ребят, но в общем... может быть, мы его просто на скотч можем прикрепить. Ну, короче, я рекомендую вот так. И на всякий случай на двухсторонний скотч. Так будет все-таки, наверное, малость. Не то, что понадежнее. Если у вас где-то не понравится, где он у вас находится, можно отлепить. Двухсторонний скотч там можно найти в продаже. Ну и даже, кстати, не забыли шурупчики. Зарядка у нас идет с европейской вилкой и 1 ампер, но предназначена она прежде всего для подзарядки нашей панели, поэтому особо использую для датчиков ее. Датчиков движения вы можете докупить отдельно, сколько вам душе пожелать. В принципе, наша панель поддерживает до 99 датчиков различных. Поэтому, в принципе, ну, я думаю, что на любую квартиру, на любой хаус, танхаус точно хватит. Так, давайте посмотрим быстренько инструкцию, что же написали. В принципе, все на английском языке. Окей, то есть описание наших функций на панели, описание наших функций на этом брелке. Emergency – это типа звонок, если, не дай бог, это можно ребенку дать, если он вдруг что-то увидит. Это у нас сирена. Вот это у нас сирена, где у нас сирена была только что. Вот это вот у нас сирена внутренняя. Это у нас сирена внешняя, чтобы привлечь внимание. Так, еще у нас присутствуют вот такие вот розетки. У нас присутствует датчик дыма. Почему я выбрал именно вот эту компанию Kirui? Потому что, в принципе, у него, во-первых, цена очень адекватная по сравнению с Xiaomi, ну, день и ночь. Во-вторых, довольно действительно много всяких комплектующих. Датчик дыма, датчик протечки воды, датчик движения, датчик открытия камеры. Что еще? Реально там большущий был список, ну, из 10 точно штучек. Поэтому, в принципе, легко интегрировать систему умного дома и разворачивать ее. То есть, допустим, я хочу поставить на калитку, если калитка открылась, чтобы я тоже понимал, что калитка открылась. То есть для уличного использования сирена одна дома, чтобы, грубо говоря, если, не дай бог, взломаешь, какую открою, чтобы хотя бы понимал. Камера будет подвязана через Domotix. И у них, в принципе, есть своя камера, которую тоже можно поставить. Но, правда, стоит она немножко не очень гуманно. Я покажу вам лучшую камеру в следующем обзоре, которая снимает офигенно. Мне очень понравилось, за $19. И вот внешняя антенна. В принципе, имеет штекер 3.5 джек. Длина его около метра. Я думаю, что метра полтора. И на тыльной стороне разбирать не буду, боюсь мембрану повредить. Да, полтора метра. На обратной стороне двухсторонний скотч. Ну, и она просто у нас будет орать. Что-то бяу-бяу, злоумыш зашел. Задача какая основная? Спугнуть. Понятное дело, ребят, что вся эта система никаким образом не защищена от попыток воздействия извне. То есть пришел там человек, потушил Wi-Fi. Но, с другой стороны, у нас остался GSM. Пришел человек, затушил GSM, у нас остался Wi-Fi. Пришел человек, затушил. Что он затушил? А затушил у нас наш ток, так сказать. Нет у нас в розетках тока. А вот здесь встроен у нас литий-ионный аккумулятор и Литий Russian. Мы пишем продавцу, какую мы систему хотим. Она действительно на фото, она кажется довольно большая, но это китайская. Видите, какой дисплейчик супер маленький. И вот просто лог, локаут, назад и подтверждение. То есть точно так же, в принципе, ну, тут стоит защита, система открытия, стоит литий-ионный аккумулятор для поддержания работоспособности и возможность крепления на стену. То есть тут мы перешли к этому. Тут же внизу у нас установка сим-карты, у нас установка нашего вот этой сирены. У нас же точно так же включение, кнопка включения-выключения и 5-вольтовый DC, то есть микро-USB, то есть этот большущий плюс. Все, грубо говоря, уже все переходит под микро-USB. Панель небольшая, впишется, не знаю, куда угодно.
Почему говорю, что брелки эти не очень хорошо? Потому что если, грубо говоря, зломыш сидит, не знаю, в одном же с вами параном, сидит с каким-то сканером, он просто прочитает код, который я не очень уверен, что сильно защищен. Вот у него, видите, загорается внизу светодиодик, загорается светодиод подсветки включения, выключения. Да, действительно удобно, но я не уверен от того, что эти коды нельзя сосканировать, програбить, так сказать, а потом просто подать, открыть и вообще все. То есть тут, грубо говоря, ну, уже зашел, и вся система безопасности отключена. Поэтому я же говорю, я в своем доме делаю 2, а то и 3 скрытых системы безопасности. То есть от Kero это будет основная, потом будет Xiaomi, она будет запасная, и будет еще одна, которая будет совсем запасная, слово запасная. То есть если где-то что-то, то я уже однозначно буду знать, даже если у меня не будет света, если будет, не знаю, не дай бог, даже атомная какая-то, ну, атомная война загнул, но... В этом плане, то есть, да, удобно, но небезопасно. Считать все-таки код с этих брелков довольно просто. Внутренняя сигнализация вставляем. Довольно громкая, честно, довольно громкая. Ну, вот ее характеристики. У нас батарея у нас встроенная, кстати, у нее присутствует на 600 мАч, даже если выключат свет. А на что он будет орать? 8 уровней громкости. Потребление меньше 20 мА и в режиме Alarma 200 мА, частота 433, не знаю, 100 метров это open area, sound 110 дБ, неплохо, sound time 5 минут, то есть 5 минут у нас может работать, играть, и рабочий режим от минус 20 до 50, то есть в принципе в целом можно ее поставить даже на улице. Вот, кстати, инструкция нашлась для нашего детектора движения, и тут говорится, что переключатель 5 минут off, детектор power work setting, то, соответственно, если мы сохраним, мы хотим сохранить нашу батарейку, то нам необходимо переключить на 5 минут, и LED можно вообще выключить, это будет самый, так сказать, энергосберегающий режим. Основной мозг – это наша вызывная панель. Она в нескольких идет языках. Идущие на смерть приветствуют. То есть, есть русский. И вот смотрите, я уже немножко с ней посидел, поигрался, понастраивал. Во-первых, чтобы сейчас снять ее с охраны, нам необходимо ввести... Пароль неправильный. Ввести пароль. Ну, это логично, чтобы, потому что на любое действие нам нужен, так сказать, пароль. В верхней части видим небольшой дисплейчик, где батарейка. Батарейка, кстати, хватает на 6 часов автономной работы. Уровень сигнала мобильной связи и ключик. Вот такой вот, сказано, что... пароль у нас, надо вводить пароль. Вот пароль успешно, и я тут либо охрана выключена, либо ставлю охрана включена. И я поставил задержку на 30 секунд, чтобы, грубо говоря, я смог закрыть двери. И дубляж идет у нас внутренней вот этой вот сирены, я включил сейчас. Ну, но я не хочу. Снял. Так, теперь переходим в меню. Меню тут, в принципе, все точно так же на русском. Все очень понятно. Но я покажу сейчас некоторый момент. Номера дозвона. Их 6 штук. Я не буду их светить просто вам. SIP-номер. Этот номер, с которого, по-моему, будет управляться по смс-кам. Номера помощи. Это номера помощи для пожилых людей. Тут их 3 штуки. Номера для смс. Либо же просто мы можем сделать голосовой вызов. Допустим, просто проверив качество связи. И вот... Так, вот. Ну, то есть вводим. И набираем. Сейчас пойдет вызов к оператору. Он нам скажет, что там бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну, в общем, это мы можем просто проверить. Следующий момент. Я не буду просто затягивать. Дополнительные аксессуары. Тут мы регистрируем брелок. Регистрируем датчик какой-то. Удаляем и дополнительные умные аксессуары. То есть это все сопряжение. На самом деле оно сейчас, по идее, все уже автоматически подключилось к нашей системе. А может даже китаец ее подключил. Следующая установка системы. Так, куда-то не туда зашел. Установка системы. Установить задержку. Это, как я и говорил, задержка охраны 30 секунд. Это чтобы... вы успели закрыть дверь. И задержка тревоги, это чтобы после сработки датчика вы могли, допустим, посмотреть по камере, это ложная сработка или в каком-то этом дуге. Но я рекомендую поставить все-таки 0, пусть лучше оно заорет. Чем установить пароль. Это вы видели, пароль необходимо вводить при разблокировке. Громкость. Тут мы можем указать громкость нашего 7-6. Ну, я поставлю, наверное, поставлю я вот здесь вот 5. Так. Ну ладно, короче, я поставил, было 6, я поставил этот, очень громко. Установка сирены, ребят, тут тоже громкость и время сирены 0,5, наверное, минут оно будет.
играть. И громкость 7, то есть максимальная громкость. Дозвон и смс. Тут мы тоже либо включаем, либо выключаем. СМС-ответ я рекомендую выключить, чтобы она не тратила банальные деньги на то, что подтверждение команды. То есть следующий звук, настройка. Мы видели время. То есть рекомендую сразу же поставить так, номер 1.4, время настройки 1. И тут уже тоже это мы устанавливаем, что автоматически она будет ставиться с охраны на охрану, какая неделя и включена либо выключена. То есть это, так сказать, таймер установки на охрану. То есть если у вас какие-то есть циклические действия с 9 до 6, вы это можете сами не ставить, она сама станет. Сид настройка. Понятно, так, дисплей тамплер, я откровенно тут немножко не понял, что оно значит, дисплей включен, тампер, что такое тампер, я не понимаю. Незаконная охрана выключена, АЭС отказ 0. Не знаю, не могу вам сейчас ничего сказать, сброс настроек. Так, запись голоса, мы можем управлять и голосом, вот здесь присутствует микрофон, но тоже, ну просто мы запишем свой голос, я не знаю, ну вот, ну послушайте, жмите 1. Запись сообщения. Ну, я не буду ничего записывать. Следующая установка зон. Зоны с 0,1 по 50, 59 вернее, это нормальная зона. Частичная 60-79, то есть до 80. Интеллектуальная зона 80-89, ну 90 это помощь пожилым. Гонг так называемый 91, вот выходит сразу назад. Приветствие 92 и тревожная 93-99 зона. Что такое, допустим, вот тревожная зона, которая у нас 93-99? Это она, зона срабатывает даже когда сигналка у нас снята с охраны. То есть я даже не знаю, это датчики, допустим, какие-то вот дыма, газа, протечки воды, камера на движение. Ну, даже камера по движению нет. То есть это то, что сработает в любом случае. Потом нормальная зона, и вот если когда мы еще нажимаем, допустим, при постановке на охрану два раза вот сюда, да, то мы ставим, это у нас частичная зона сработки. Что такое, ну, нормальное, это понятное дело, нормальное, а частичное, это, допустим, если мы находимся дома, ложимся отдыхать, но, допустим, у нас там есть ребенок или там собака, которая бродит, то есть мы не включаем датчики движения, а включаем датчики на открытие окон, чтобы никто не смог проникнуть, никакой злоумышленник. Тот же гонг, это просто когда вот у вас открывается либо окно, либо дверь, оно будет просто такое дун. Ну, как вы знаете, как китайские такие фонети, вот такие вот приветственные на двери вешаются. А потом, это если приветствие, тоже у вас датчик приветствия, это при срабатывании любого какого-то датчика срабатывает «приветствую вас». Помощь пожилым, я честно не понимаю, что это, но, скорее всего, при нажатии на какую-то кнопку там происходит вызов, то есть, не знаю, я особо не разбирался. И еще одна, типа, у нас зона интеллектуальная, это при, когда включена у нас охрана, она даст тревогу только после срабатывания, нескольких срабатываний датчиков 30, на протяжении 30 секунд. То есть это как бы уменьшает степень ложных срабатываний, то есть, допустим, датчика движения. Следующий пункт меню, это установка часов. Ну, понятное дело, мы устанавливаем здесь дата, время. История событий, мы можем посмотреть история тревог. Ну, у меня пока тревог тьфу-тьфу-тьфу не было. Ну, и постановку снятия. И вот. На охране снята, охрана снята. И видим, что звонок. Ну, и, соответственно, версия системы. Мы можем посмотреть наш email. Версия RUS такая-то, такая. Так, как же нам сейчас ставить ее на охрану? Посмотрите, во-первых, есть несколько видов постановки на охрану и снятия ее. Так, назад. Первый, самый простой способ, как я и говорил, это с помощью брелка. Вот мы. Все. Сняли с экрана. Второй момент, это мы вводим пароль, снимаем, выключаем с экрана с помощью непосредственно нашего уже вот этого девайса. Скачиваем приложение на мобильный телефон, добавляем логин, юзер, хост, пароль и повторяем пароль. На самом деле это просто управление нашей сигнализации с помощью смс-команд. То есть на каждое действие посылается смс-ка на нашу сим-карту, обрабатывается процессором, там, мозгами вот этой и панельки, и все. Тут же мы можем установить какие-то номера, время. То есть все это можно устанавливать с помощью смс-ок. Еще один момент, мы просто звоним на нашу сигнализацию.
Пошел в введите пароль. Ну и, соответственно, необходимо задать, конечно же, пароль. 6. Пароль. Успешно. И ставим 1 это поставить, 2 снять. Охрана включена. Охрана выключена. Ну и тут мы видим, что будет сейчас снято. Вот. Охрана включена. Охрана включена. Все, система на охране. Она практически, посмотрите, вот смотрите, раз. Ну, давай. Вот, снято. Охрана выключена. Ставим. Вот. Охрана включена. То есть задержка буквально несколько секунд. То есть тоже довольно удобно с помощью мобилки. То есть и все, система на охране. В случае сработки какого-то сейчас датчика. Сейчас мы эти датчики еще все попривязываем. Привязываются они довольно просто, вы видели. То есть так же, как и брелки. То... Вот. Вот привязан у меня, по-моему, датчик. Какой-то из них. Будет происходить звонок. Вот у меня сигналка дом. Сразу же звонит. Трун-трун-трун, тут ничего не происходит, не орет. То есть это, в принципе, тоже настраивается. То есть, что могу сказать? Ребята, в принципе, система очень неплохая. За свои деньги вы получаете реально работающую сигнализацию. Wi-Fi здесь нету. То есть, по Wi-Fi, то есть, это китайские такие бредни на самом деле. То есть, да, 433 МГц связываются со всеми датчиками. Датчики относительно... Я выбирал такое бюджетное решение, то есть, чтобы оно не было там супер-пупер дорогими. И единственный момент, который мне нравится, что на каждом датчике написано, кто производитель. Все-таки, ну, не хотелось бы. Я подумаю, как решить этот вопрос. Реально, может, какой-то белый, там, не знаю, изоленту сделаю. Может, нет. В комплект достаточно емкий, вы можете подбирать его под свои нужды. Дополнительные датчики и прочие аксессуары тоже у этой компании присутствуют. Панелька, честно, на вид довольно кажется больше, но больше и не надо. На самом деле, всего здесь хватает. Wi-Fi, да, может быть, ей не хватает Wi-Fi. Потому что все-таки, ну, сейчас век цифровых технологий, все-таки там мобильный интернет и, не знаю, Wi-Fi. Она просто общается с помощью SMS-команд и звонков. Так что, в принципе, единственный момент, ее можно заглушить с помощью там, ну, глушилки мобилки. Поэтому ее я бы рекомендовал использовать еще в паре, допустим, с той же Xiaomi, да, которая будет у нас работать по Wi-Fi, будет подключена к UPS-у. Ну, сами понимаете, что если, грубо говоря, злоумышленник захотел проникнуть, продумал, проникнут по-любому. То есть это просто дополнительная защита вашего жилища. То есть для квартиры достаточно в каждую комнату установить по датчику движения, на каждое окно и дверь установить по датчику открытия. И есть дополнительный датчик разбития стекла, датчик звука. Я откровенно его не ставил, потому что думаю, что датчик движения один фиг это все заметит. То есть и я еще в следующем видео буду рекомендовать вам одну камеру, которая вот такая, вот честно, я не ожидал. Так что не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. Вот такая вот система безопасности от Керуи. Ну и всем пока-пока.